Смотри лаки-блоки в Майнкрафт, ссылка в описании ролика. Здравствуйте всем, ребят. Мы зверят, да. И с вами Седжу Джейпс. Видите, у меня башка стала огромная. Че это она у тебя? Здорово, ребят. Здорово. Не знаю, я стал низей. Короче, это кадр съемки о съемках, да? То есть кадр. Мы показываем. Да. Это кадр. Хорошо. Мы показываем, значит, как мы живем, как мы. Ну чё, короче, мы сейчас снимать, да, должны с тобой? Как мы живем? В общем, мы. Чё, мы тут, короче, рассказываем, что. Как мы вообще вот это вот все делаем? Как работа проворачивается. Луна! Луна? Ну да. Ну да. Что такая башка у тебя большая сейчас? Да пипец вообще. И параллельно с этим еще страдаем всякой фигней. Ну облакотовый тунь такая башка. Так. Не переходим на личности, ребят. Значит, что, а вот это Макдак, наш знаменитый Макдак, который, видите меня, кстати, ребят, видите, лагает. Компьютер становится говном, его нужно обновлять, а денег нет. Да, кстати, вот об этом тоже можно поговорить, что вот как когда лагает что-то, тыр-пыр. Да, невозможно снимать, видите, лаги, но это просто, понятно, что это просто. Это просто, ну, бывает такое, надо перестать еду, почистить, тыр-пыр. Хочешь мясо? Держи мясо. Давай мясо. Так, смотрите, ну это как бы это самое. Вот это съемки, кстати, здесь проходят у нас. А здесь проходят съемки. Дверь открыта. Ну, сквозняк должен быть, а то воняет говном. Тут насрали все. Я думаю, это все 100 раз видели. Надо как, что, я не знаю, показать, как процесс происходит или как, что вообще. Ну, смотри. Итак, Джонни, что мы будем с тобой сегодня делать? Вчера мне приснился страшный сон, я не знаю, что мне делать. Я даже не знаю, чем тебе помочь. У тебя есть туалетная бумага, а то я обосрался от вчерашнего сна. Ой, вот это поворот. Нет бумаги, нет бумаги. У тебя, кстати, хорошо. О, песня. Нет бумаги. Нет бумаги. Нет бумаги. Нет бумаги. Ну вот так и проходит у нас съемки. Ну да, такие пробные кадры, которые не всегда попадают в смешные моменты. Да. Кстати, смешные моменты у нас. Не, знаете, мы не наигрываем что-то в смешных моментах. Все да, вот смешные моменты, это именно реально то, что не наиграно, а реально то, что вот получилось на съемках, там стрела кому-нибудь в глаз попала, когда должна была рядом попасть. Ну и подобные вещи. Да. Тут ведь реально так получается. И это вот реально туда попадает такой избранное, знаете. А вот такой шлак, ну, чисто поржать, когда уже все бесили, да. Устали, задолбались там. Выжимаешь, когда уже из себя все уже надоело. Ребят, ставьте лайки, чтобы призрак вот сейчас здесь у нас не появился нигде. Надо попробовать вообще показать, типа, как вообще вот такой прям красивый процесс съемок проходит, там как камера летает. Может, не знаю, кому-то интересно было. Камера летает? А, кстати. Как там всякие вот эти? Как только сам себя сниму, пока я лечу. Зачем тебе сам себя снимать? Ну, от первого тебя снимаю, так типа. Что ты там прописываешь, как ты это все делаешь? А. Не, ну а что я прописываю? Я просто говорю, пацаны. Полетели. Летишь. Ну а что я прописано? Я так, наверное, стою. Прям кам. Вот. Кам. Короче, вот так. И у меня камера начинает лететь. Мод стоит, кам студия. Ну, я летаю, показывает со мной. Ну, может быть, вдруг кому-то этот мод будет нужен. Запомните. Кам студия, ребят. Он называется кам студия. И, пожалуйста, 5000 на счет мне скиньте. Вот это, кстати, мой дом. За то, что ты сказал, да. Какой ты добрый. Подожди, что-то горит. Подожди, тихо, вот сейчас тишина. Я не понял, а? Ты что? А где скрипение моего стула? Зачем оно здесь? Не знаю, может кто-то замечал, когда такое бывает, вот... Я думаю, замечали. Что-то, знаете, мне как будто починилось все. Да? Да. Хорошо. Нет, ну реально, мы, наверное, как дебилы выглядим, ну и не знаю. Не, чё как дебило? Ну слушай, Нет, ну может какой-нибудь реальный кадр получить? Подожди, вот давай, вот сейчас. Что? Вот сейчас стоп, наверное, да? Вот, не стоп, а сейчас смотри. Так, ну я готов, да? Да, давай. Пробую. Вот видите, давай. Я первый раз сам так лечу. Первый раз, да, он так летит, я им просто показал. То есть вот так, это типа оператора. Ну, как бы оператор я, но сейчас мы сделали из него оператора. Оператор Джейкобс, оператор Павлик. Вот так летит, да, по... Так, Павлик. Кто ж там пили? Прикольно, ничего такой медленный, ровно, самое главное, это реально прикольно. Что? Не слышишь звуков сзади меня?
Ну не, ну мы же снимаем все-таки в неформальной обстановке. Ну да, о, видите, я тень. Все, я закончил. Вот да, видите, вот так улетит. Кстати, нужно рассчитывать, чтобы вот тень не была видна, а то бывали у нас такие фразы, когда тень виднелся, и многие писали, видно, как летит оператор. Ну все это как бы понятно. А че? Ну мы же тоже люди, тоже бывают ошибки, ребят. Ну да. Как бы, ну что, ничего не бывает. Сейчас мы, кстати. Да, может быть, раскрыть немножко, не то что раскрыть, а как бы уже тут все-таки планы есть, как бы на конец сезона. Конечно же, мы будем спойлерить концовку и вообще серии. Но что-нибудь, не знаю, может, интересненько так заинтриговать зрителей, может быть, как думаешь? Ну как так? Итак, на нашей съемочной площадке наступила ночь. Ты, ты закрыл меня. О, да. Камера. Так вот бывает. Просто камера стоит, ты понимаешь, закрыл меня. Ну вот знаешь. Вот она, видишь, меняется камера. Наступила ночь, и тут наступает, конечно, уже все по-другому. Тут другая атмосфера, у нас здесь ночь, и... Ё-моё. Тихо. Смотри. Кто это? Он следит за нами. Господи, какой он страшный, эй. На, съешь печеньку. Тебе есть печеньки? Ну да, у меня всегда есть печеньки. Ты еще не заметил это в последних сериях? Как я жру постоянно печеньки. Лол. Лау. Смотри. Чё? Не-не-не. Он пошел куда-то? А он ходит. Господи, что же будет? Господи. Смотри, он достал меч. Что же с нами будет? Стоп. Он провалился в трубу. Эй, ты чё? Ты чё, сюда иди. Ну, в общем, чё, ребят? Ну, чё, ребят, да? Вот такие вот съемки у нас о съемках. Съемки о съемках. Да ничего толком не сняли тут. Но мы продумали серию, так сказать, вот. Сюжетик, так сказать. Ну да, главное что, любите нас, ставьте лайки. И надейтесь, что хоть когда-нибудь у меня не будет лагать ком. И что вы сможете смотреть нормально, с комфортом. Да. Как видите. Да, еще, пацаны, лайки ставьте там. Пишите комменты. Пишите комменты. Да. Плюсуйте мне. И самое главное, просмотр. Ты к синдрикалам, завтра будет серия, как бы. Да. Вот, смотрите ее. Да, все уже есть, завтра с ним. Пока, пацаны. Не только пацаны, если нас смотрят, не только. Пока. Удачи.